Сюжет данного сериала повествует о невозможной любви Ферита и Назлы. Назлы больше всего на свете желает открыть собственный ресторан, стать профессиональным кулинаром и научиться японской кухне. Пока она студентка, чтобы заработать на проживание, обустраивается на временную работу, становится личным поваром одного бизнесмена. Зовут ее нового шефа Ферит. Он богатый бизнесмен, и повариха Назлы в результате разных совпадений начинает сближаться. Затем открываются двери для невозможной любви. Наверняка вы ожидаете даты выхода 10 серии сериала «Полнолуние» на русском языке, премьера которого уже назначена на 7 сентября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!